Всем привет! С вами Булавцев Михаил, и сейчас я хочу вам показать способ, как очистить телефон от накопившегося хлама, аудио, видео, фото, всевозможных документов при использовании мессенджеров, таких как Telegram и Viber. Только сразу предостерегаю то, что данный вариант удалит у нас все фотографии и видеофайлы, находящиеся там ранее скачанные через Telegram или Viber. То есть, если вы состоите в каких-либо чатах, то там удалится и все, что не нужно, и все личные документы, присланные вам ранее через Viber, если вы их не сохраните в другом месте. Итак, возвращаемся к нашему Telegram. Для того, чтобы почистить Telegram, нам необходимо нажать сверху на три полоски, вылезет меню, и выбираем настройки. В настройках нам необходимо где-то посередине выбрать данные и диск, и сразу первая строчка — использование диска. Здесь мы по порядку начнем. Срок хранения медиа видим, нажимаем на него и выбираем тот срок, через который все документы будут автоматически удаляться, то есть аудио, видео, данные. Выбираем минимальные 3 дня, то есть через 3 дня, каждые 3 дня наш телефон будет очищаться автоматически от всех ранее накопленных, скачанных файлов фото, видео через Telegram. Можете вручную очистить, нажав «Очистить кэш». И здесь мы очищаем кэш. Все, Telegram почистили. Теперь перейдем к Viber. Буквально за несколько действий мы с вами очистили все данные в Телеграме. Аналогично в Вайбере, чтобы почистить память нашего телефона от накопившихся документов, нам необходимо нажать сверху три полоски. В самом конце, практически в самом конце, выбираем настройки. И здесь нам необходимо будет выбрать мультимедиа, третья снизу. Здесь мы ставим с вами галочку «Удалять старые аудио-видео файлы». Они будут автоматически удаляться. И вы можете вручную также удалить моментально, как и в Телеграме есть через какое время, и вручную нажав следующий пункт «Удалить аудио-видео». Они также будут удалены безвозвратно. Нажали «Очистить». Все, теперь наш телефон очищен. Можем спокойно пользоваться программами дальше.